Почему снится беременная женщина? Беременная женщина, если вы видите незнакомую беременную женщину, большая вероятность, что вам это снится к прибыли. Это к деньгам или еще какой-нибудь другой прибыли. Есть такая даже примета, когда вы видите беременную женщину, значит, вы себе можете сказать к прибыли. И это действительно так. И создать вот именно теорию, мысленную теорию, если вы встречаете беременную женщину, значит, вы притягиваете к себе прибыль. Если знакомая женщина снится вам, и она беременная, значит, тут два варианта. Или это действительно женщину уловили, что она беременна, такое тоже может быть. Или в той сфере, с которой вы с женщиной общались, будет приходить какая-то прибыль. Прирост какой-то, будем говорить таким вот образом. Если, например, у мужчины, он видит, что у него беременна жена, тут тоже или жена может забеременеть, особенно если действительно они долго старались, чтобы жена забеременела, и он видит беременность, тут большая вероятность беременности. Или прибыль придет в семью через жену. Или вообще просто прибыль придет в семью. Что-то будет очень хорошее. Всегда беременность, она идет хоть с трудностями, но тем не менее позитиву в основном она рассматривается. В большинстве случаев, если мужчина видит себя беременным или кто-то его видит беременным, то здесь надо мужчину проверить на онкологию. Был у меня случай, когда у меня женщина, которая собиралась выйти замуж за мужчину, она увидела его беременным. И они вышли, она вышла за него замуж, но я предположила, что да, там надо проверить его на опухоль. Большая вероятность, что это может быть. Но через 2 года он умер. Именно от онкологии, по-моему, кишечника, насколько я помню. Именно область показала даже какая. Потому что мужчина априори не может беременеть по природе своей. Женщина тоже, если она видит себя беременной, но она уже не детородного возраста, то тоже достаточно большой процент того, что может быть миомы, фибромы, кисты. И здесь надо пройти медицинское обследование, чтобы именно где-то хорошенько проверить. Здесь процент большой, что может быть какие-то опухолевые какие-то вещи могут находиться, да, даже в кишечнике, матке и все остальное. Здесь надо проверять.